Главная прерогатива современного человека – это мобильность. Динамичный образ жизни обязывает его всегда быть на связи и молниеносно выполнять задачи вне зависимости от места пребывания. Поэтому основной аксессуар для достижения всех поставленных целей и задач – это ноутбук. Новая модель от компании Acer – Extenza 5635ZG – наилучший баланс портативности, цены и начинки. Это идеальный аксессуар и лакомый кусочек для любого покупателя. В комплект поставки входит сам ноутбук, адаптер питания, аккумулятор, краткое руководство пользователя, гарантийный талон и диск с программным обеспечением. Ноутбук выглядит очень стильно и строго, ничего лишнего. Снаружи и внутри матовая поверхность предупреждает появление отпечатков пальцев и нежелательных загрязнений. Тот же материал применился и к полноразмерной клавиатуре. Выделенный цифровой блок облегчит работу с офисными приложениями. Ход клавиш мягкий, бесшумный, тачпад большой и отзывчивый, с разделенными кнопками управления. Широкоформатный экран в 15,6 дюймов и технологией Acer Crystal Bright, которая придает матрицам ЖК-телевизоров глянец и детализацию. Прочные шарниры позволяют открывать дисплей на 180 градусов. Веб-камера с разрешением 0,3 мегапикселя способствует полноценному онлайн-общению. Extenza 5635ZG идет с двухъядерным процессором Intel Pentium Dual Core T4500 с тактовой частотой каждого ядра 2,3 ГГц, установленной оперативной памяти в ноутбуке 2 ГБ. Объема жесткого диска в 250 ГБ вполне хватит для хранения большого объема документации и мультимедиа. Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce G105M без проблем справится с множеством популярных графических приложений. Батарея осилит 2 часа беспрерывной автономной работы. На левой грани ноутбука разместились выходы для микрофона и наушников, один USB, VGA и сетевой адаптер Gigabit Ethernet. Справа два USB и оптический привод DVD Super Multi. Спереди установлен универсальный картридер 5 в 1, который понимает форматы SD, MMC, MS, MS Pro и XD. Удачно продумано расположение сетевого выхода на задней панели лэптопа. На Acer Extenza 5635ZG установлен Linux. Отсутствие интерфейса и другие минусы этого программного обеспечения ограничивают круг пользователей ноутбука, и производительность этой модели предрасполагает выбор другой операционной системы. Например, Windows 7 Home Basic или Starter позволят насладиться приятным и интуитивно понятным интерфейсом как для работы, так и для развлечений. Ноутбук Extenza 5635ZG обеспечивает комфортную и полноценную работу как дома, так и в офисе. Этому способствует удобный тачпад и клавиатура, хорошее качество экрана и мощность процессора. А весьма демократичная цена идет как плюс в копилку на приобретение этой модели.